понадобится 2 яйца, 4 столовых ложки сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 2 стакана муки, 1 стакан молока, шоколадка и 70 грамм сливочного масла. Приступим к приготовлению. В миску разбиваем 2 яйца. Немного взбили. Теперь добавляем сюда сахар и разрыхлитель. У меня здесь уже он перемешанный. Яйца взбили с сахаром и разрыхлителем. Теперь добавляем сюда молоко. Перемешали. Теперь постепенно добавляем муку. Затем в наше тесто добавляем растопленное сливочное масло. И я решила добавить 1/4 часть стакана, еще молока чуть-чуть. Будем жарить с двух сторон без масла. Шоколадку нужно раздробить на кусочки, и мы будем крошить на каждый панкейк сверху, а потом закладывать еще тесто.
Thank you.